Fine. We are running out of Antizin. We have to explore every possibility. We can't wait any longer. Всем привет, друзья мои хорошие, с вами Спикер и Зомби Апокалипсис Dive Like. Мы продолжаем наше путешествие, безумное путешествие, сквозь зомби проскочим как-нибудь и пойдем уже к крушению самолета. Слушай, это прям такая тень забавно смотрится. Так, прыжки уже. Секунду. А, хотел в прыжке. Ну, давай с тобой попробуем это. Фишку. Фишку и прыжок. Ох, жесть. Все, мертвый. Так, руками расположилась. Так, ну что, у нас есть груз, по идее. Ну-ка посмотрим, как далеко, недалеко. В принципе, можно и съездить за грузом. У нас сколько, кстати, времени? Ну, покажи мне время-то. Да что ж ты делаешь такое? Так, у нас 4 часа. У нас, в принципе, 5 часов еще есть. Кстати, тут у нас довольно много ангаров. Ну-ка зайдем, посмотрим. Может, что-то есть и полезное. Ну, конечно, много зомби, это обеспечено. И у нас тут что-то есть довольно интересное. Ну-ка посмотрим. О, у нас есть ящик для машинки как раз. Отлично, соберем. Груз, конечно, ребята уже заберут. Слишком далеко, и поедем уже к самолету. У нас уже, по идее, скоро будет ночка, и нужно найти, где нам переночевать. Да что ж такое-то? Давай, открывайся. О, чудненько, открылся. Новые запчасти для нашей машиночки. И воля. Что у нас получается? О, кто... Спокойно. Так, какой уровень? Второй уровень, в принципе, неплохо. Заберем, конечно же. Там еще есть. Да, спокойно. Так, это можно просто открыть. А, взломать? Нет, не буду я его, конечно, взламывать. И уже... Ты еще живой, что ли? Цепляет еще... Все нормально. Так, что у нас есть? У нас есть топорик, друзья, который мы, конечно, сейчас посмотрим. И опробуем. Ух, сколько вас тут-то. Очуметь. А что у нас ради взрывопакета? Давайте посмотрим. У нас кончились уже одни взрывопакеты. У нас есть другие. Фонарик у нас есть. И давайте пониже, кажется. Или, по-моему, у меня не было уже. Нужно будет, если что, прикупить. Двигатели. Нет, ну-ка, давай чуть выше. Довольно большой список, деталей очень много, и все это, кажется, место занимает. Так, разрывные стрелы даже есть. Я их, конечно, еще не использовал, и нужно мне найти какие-нибудь взрывопакетики. А вроде у меня были, есть зелье какое-то, зелье и фонарик. Ну, можно поставить вот эти мины. Мины, в принципе, неплохие и очень убойные. Давайте посмотрим, как они будут работать. Так, уже бросаем и отходим. Ох ты ж... 10 хп, нормально, живы? Мы живы, много нашумели, но очень много зомби мы убили. Почему нас мин так бросает не очень далеко? Так, бежит к нам. Вот так можно сбросить прям вниз. Ух, мяса сколько! Куда, ребята? Прям так смачно плюхнулся. Хорошенько разорвалось, можно так попрыгать. Допрыгнем. Сыпанулся, отлично. Ребята, ну-ка давайте соберем большой селфи. От этих мин нужно гораздо подальше находиться. Кто-то лезет, какие-то умные зомби наши. Так, что у нас тут есть? Можно просканировать, посмотреть смазка. Смазку заберем, конечно же. Там, кстати, есть одна мина, которая не взорвалась еще. Так, иди отсюда. Я даже не знаю, что я тут делал. По идее, тут только одни зомби. Мы уже свалились вниз. Тут у нас есть фура. Можно обшмонать ее, конечно же. Так, ну что, нужно отправляться уже на задание. Тоже берем бензинчику, пригодится. И с другой стороны. Так, внутри у нас, походу, ничего нет. А мина еще до сих пор не взорвалась. Хорошо, пускай там останется ребятам сюрприз. А мы уже уходим. Так, бежит к нам. Оп, и без рук. Сдох. Да, просто как с марайским мечом разрубили. Так, давайте поставим отметочку. У нас задание. У нас, в принципе, почтовое безумие. Собрание. У нас собрание, которое без меня не состоится. Реактивный поезд. Нам нужно обломки самолетов. Ну, поехали туда. Я уже отметку поставил. И здесь тоже. И как до туда проще всего доехать? Это нужно подняться просто наверх и потом налево. Хорошо, садимся в машинку. Маленько, наверное, вот так пополню бензинчик. Да что ж такое, ребят, сколько вас? Садись скорее, погнали отсюда. Турбоускорение включаем. Здесь 100 хп у меня. Поднимем наш хп. И, кажется, было прямо. Ну-ка, секунду, еще разок. Да, вроде прямо. Должна быть какая-то дорога. Я не вижу никакой дороги-то. Просто таврань. Ну и к чертям, конечно же, его подбивать турбоускорением. Ну, дороги тут никакой не вижу. Здесь какая-то такая сельская дорожка. Ну, навигатор, я думаю, не врет. Так, турбоускорение. Подбиваем наших зомби. Аж все трясется. Утром пешка была.
сколько уже времени? Было у нас 4 часа. Сейчас, возможно, осталось 4 часа. Так, проскочим здесь. По идее, должен впереди быть мост, через мост и сразу налево. Да что несет вот наш мост? Маленько я попутал. Не, секунду, это не тот мост, который я ожидал. Секунду, нужно выйти и разобраться. Ох, не с тем разобраться. Я думал, обычный бегун. Так, другой мост находится, походу, чуть дальше. Ну что ж такое-то, как мне прессуешь-то? Тут мы не проедем, конечно же. Давайте посмотрим по карте. Нет, ну реально, это только мост. Он чуть дальше находится. Так кто мне все гасит? У меня 150 кп, в принципе, можно поднять еще. Вперед. Да какого черта вперед? Какие-то испытания, которые мне совершенно не нужны. Ох, сколько у нас красных отметок на карте. А что с ними происходит? А, их, видимо, нужно подбивать. 20 зомби. Ну, давайте подбиваем. В принципе, можно машинку маленько убить. Вот 5 зомби уже сбили. Сейчас маленько такую же... Что это за синий дым? Ну-ка, ребята, соберитесь все вместе. Так, мне нужно всего лишь 9 зомби за 20 секунд. Так, есть еще парочку зомби. Так, мне нужно побольше. Побольше я, ребят. Сколько? 17. У нас 14 секунд, мне осталось всего лишь 2 зомби. Вот есть кучка, я сразу беру троих. Мы сделали испытание и 35 секунд. Ну, в принципе, я на первом месте. Как это уже? Ну, ребята, еще до сих пор у нас... Нет, все, они уже не красные. Так, мне нужно... Мне нужен мостик. Какой-то мостик у нас получается чуть правее еще. Ну-ка, секунду, да, чуть правее. Потратили время уже на наших зомби. И времени у нас... Не вижу, сколько времени. Так, нужна кому-то помощь. А вот, нашел дорогу. Да, помню, дорога здесь была. Большой монстр. Там нужна кому-то помощь, видимо, на вышке. Я, конечно же, туда не поеду. Охотничья вышка. Да, обычные банальные зомби. Их тут чертям пруд-пруди. Я туда уже не поеду. Так, через мост, потом налево. И уже практически будет сразу жить самолет. Там есть безопасный домик, в котором можем, в принципе, даже переночевать. Так, нам нужно повернуть сейчас налево где-то. Вот тут свернем. Фу, проскочили. Так, бензинчик есть. В принципе, детали у нас желтенькие. Хорошо, среди держатся детальки, сколько мы зомби подбивали. И детальки наши все на месте. Так, что с оружием? Починить не нужно будет. Так, пардон, я уже, кажется, проехал. А нет, нужно прям по курсу, кажется... Нам нужно пролететь потом. Ух ты! Как неудачно, мы приземлились прямо перед ним. Кого-то запихали прямо под машину, я вижу. Чувак болтается под машинкой. Так, должна быть рамплишка и уже будет наш самолет. Ну, можем, в принципе, и тут спрыгнуть. Детальки реально круто держатся. Очень эффектно держатся. Мы уже едем по таким дорогам. Заборы сносим и по траве. О, зомби. Чернокожие зомби, все какие-то, какое-то мясо жесткое. Так, мы, походу, уже практически приехали с левой стороны. А вот есть зомби. Оп, подлетел спокойно. А вот что от него осталось? Ой, сколько там кипиш-то? Так, выходим, разбираемся. Ребята, по одному, спокойно. Поднимаем хп. Да секунду, дай поднять хп мне. Я даже не успел выбрать оружие. Давай топорик. Оп. Помучить этот щиток. А тебе не стоит мучиться. Так, ну что у нас? Самолетик, нужно что-то там забрать. Пойдем заберем. Так, отметка у нас тут. И нужно где-то тут поковыряться. Так, это и все. Поговорите с братьями. И где находится, походу, он в том трейлере. Ну-ка посмотрим по карте. Ох, друзья, вы что, находитесь внизу, что ли? Ну, поехали к вам. Что ж поделаешь там? Да, поехали к вам уже по другой дороге. Там у нас есть... бензинчик и заодно заберем. Я, кстати, вижу чувак, который плюшки бросается. Так, садись, погнали. Турбоускорение, скорее. Ох, ускочили. Да, с этими плюшками я не очень его люблю. Он какой-то слишком неадекватный. Остальные как-то более-менее спокойный. Вот этот самый неадекватный. Так, вот и с бензинчиком. Кстати, здесь и запчасти спокойно. Нужно приехать и по-тихому. Очень тихо, нужно просто открыть дверь. Так, спокойно. Можно, в принципе, выпить зелье просто. Ну-ка. Все, ребята, спокойно, я свой. Заберем запчасть, которая находится внутри, и уже поедем дальше. Там у нас, по идее, военный блокпост есть. Можно там маленько обшмонать всех. Так, открывайся. О, готово. С третьей попытки открыли.
Ну, давай, в первый уровень, в принципе, не очень-то и найсово. Ну-ка посмотрим, можно ли прокачать у нас навыки. Навыки нельзя прокачать, нам нужно прокачать... А, сейчас не открыто. Ну, хорошо. Так, это можно просто открыть и взять кофе с сигаретами. Нет, тут ничего полезного нету. Так, здесь мы тоже шмонать не будем, тут слишком это все долго, мы уже поедем дальше. У нас военный блокпост и наши ребята. Сколько времени, я не посмотрел. Ну-ка, собьем себя. Тебя собьем и сейчас посмотрим по карте, куда нужно ехать. Ну, в принципе, да, все верно, через мост, потом еще ниже, ниже, и тут можно вот сюда проскочить, в принципе. Вот так. Грузика у нас нету, я бы, конечно, грузик пошел, пособирал бы. Ребятам тут можно проскочить, кажется, сразу налево, не через мост. Ну-ка, секундочку, посмотрим по карте. Вроде тут можно проскочить сразу напрямую. Да, можно проскочить. Тут кто-то бежит через дорогу. Довольно активно так бежал. Там у нас, по идее, есть гоночный трек, на который не стоит заезжать, потому что выезжать с него приходится очень долго. Спокойно, взрывы какие-то, 60 кп. Тут ребята неадекватные... Полный кипиш происходит за пределом моей машинки. Вот сколько тут зомби. Мы уже едем прямо по прямой к нашим братьям. Сколько я уже должен вам привести? И что у вас там за проект? Довольно чертовски интересно. У нас уже, в принципе, скоро ночь будет. Так, секунду. А, пищит, пищит машинка. Я слышу, что-то пищит. Так, нужно подняться выше. Там заодно и починить нашу машиночку. О, маленько дрифтует. Супер. Так, мы уже практически добрались. 40 метров, да, уже. Приехали. Наконец-то приехали. Ну, слушай, это какой-то поезд получается. Обалдеть, что это такое-то? Какая-то ракета, друзья. Это получается таран. Таран прям вон туда. Снести вот эту... Ух ты, жесть. Только сейчас заметим. Возможно, это раньше не замечал. Или он просто не был готов. Так, ну хорошо, мы уже практически готовы. Реально готовы ко всему к этому. Так, заправимся. И нужно починить, наверное, топорчик. А, я же хотел починить машиночку. Ну-ка, секунду, починим нашу машинку, потому что она уже испортилась. Давай вот эту. Все, вам поставили. Ну что, пойдем поговорим. Я думаю, в последний раз уже. Нет, здесь этого не было, это точно. Я потому что поднимался, тут уже вручную. Ну-ка, давай здесь поднимемся. Слушайте, это реально крутой таран. Здесь такое турбоускорение. Очуметь. Проект реально крутой, ребята. This is what you needed, right? Thanks! And now prepare your feeble little mind, Crane. You are about to learn of our plan. And your brain is going to explode. All right, get on with it. Get ready. To be amazed. We made a rocket wagon. A loco rocket. A turbo train. A jet rail vehicle. We have 3 seats. We'll break through the barricade in the tunnel. To the other side. And you will be there with us. You're going to use a train as a battering ram. With you inside, really? Our plan is flawless. Come on, Fatin. I told you his limited intellect couldn't embrace this idea. Of course, what could possibly go wrong? Then look on our works, ye monkey, and despair. Because you won't get another chance. That's correct. You won't. Yeah, I know I won't, because there's no way you'll survive. You man of weak faith. And weak mind. Here, take this hacking tool. We'll no longer have use for it. Maybe you'll find some of the chests we threw out of the airplane before the crash. With your tracking device and this thing, even you can crack them open. Inside, you'll find a true display of our genius and brilliance. If you can understand it. Which is in question. Farewell, Crane. And remember, if it starts to rain, go indoors. Реактивный поезд. Обалдеть, ребята. И походу они меня не берут с собой. Так, выберемся отсюда. Готов. Раз, два, три, четыре, пять. И ракета полетела. Очуметь. И куда же она полетела? У нас там еще завал какой-то получается. Ох ты, черт. Обалдеть. Ну, пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим, что тут получилось за дырка. Фатин. Толга. Come in, you guys okay? Hey. Jesus. Успокойтесь с миром, друзья. Да, наши друзья улетели, добираться до Джасира. Сколько помогали им, и они просто улетели. Ну что, отправляемся. У нас сколько времени? У нас практически 7 часов. Осталось 2 часа.
И посмотрим по карте. У нас, походу, дали они карточку, которая открывается, вот эти ящики, которые не смогли мы открыть. Давайте проверим. У нас, по идее, вот тут дорога была. И где-то вот прям тут находится. Да, вот тут находится. Посмотрим, появилась эта карточка, либо нет. И поедем уже к Джасиру. У нас 2 часа на все про все. Так, отметку я поставил. Кажется, вдоль 400 метров. Испытание скорости. Нет, не нужно никакого испытания скорости. Я уже нажимать ничего не буду. Солнце садится, 300 метров. Да, ребята наши улетели. Это реально эпично смотрелось. Мне чертовски понравилось их идейка и как они разорвали. Так, что у нас? 130 метров. Так, спокойно, спокойно. А нет, можно, в принципе, прыгнуть вниз. Так, вот наша стеночка. И вон там у нас находится контейнер. Так, здесь кому-то нужна помощь. А, как всегда, нужна помощь ребятам. Но у нас уже закончились, по идее, у нас мины есть. Нажми Е, чтобы использовать. Так, секундочку, нам нужно проверить нас. Следующий. О, ребята стоят. Ох ты, ребят, ну-ка, погоди. Рванет, рванет сейчас. Ух ты, жесть. Давай наверх и попробуем открыть. Я даже не знаю, сможем открыть или нет. Нет, у нас, видимо, еще нет карточки этой. Ух ты, жесть, сколько вас тут. Отлетел. Но обычные зомби не охотники. Это вам не пещерка, друзья. Это что, кишки у тебя на шее? Или мозги, которые не влезли в голову. Сейчас разберемся с вами. Так, у нас есть метательные ножики, которые можно, конечно, использовать. Держим. И тебе достанет. Оп. И сразу режем. Слушайте, как вы... Вы такие высокие ребята, даже ваша голова не вылазит. Так, выходим отсюда. Да, контейнеры не открываются, к сожалению. Привет. Так, поехали уже дальше. У нас есть Джастир, и нужно помогать детям солнца, как говорится. Так, ребята, вы сами справитесь. Тут и сплюшка есть. Солнце садится. Солнце садится, и нужно... Ух, стой, стой, стой. Можно проскочить. Сейчас посмотрим по карте, куда нам нужно. Ну, по идее, наверх и наверх, и прям через мост. Слушай, ну слишком далеко, конечно, ехать придется. Ну, поедем. У нас уже реально стемнеет. Нужно хотя бы... Пока не стемнело, добраться до дома. Ох, как дрифтует. Ох, сколько машин здесь. Машин очень много, и можно их чем поживить. Ну-ка, давай, на трамплишку. Вот так, на трамплишку. Я даже не знаю, куда лечу. Стоп, нам не в ту сторону. Нам нужно потом через мост, и уже прям по курсу город будет. Нормально сбили так. Когда он прыгает, нужно нажимать турбоускорение, и он просто отлетает. Так, завозник, на котором мы уже были, довольно интересный завод, но там, в принципе, ничего такого интересного не нашли. Так, крушение какое-то. Так, секунду, мы куда-то едем, и чертям знает, куда едем-то. Ну, в принципе, можно, да, там у нас как раз есть мост и есть город. А эта дорога мне не очень-то и знакома, потому что тут я езжу мало. О, ребята, о, стой, стой, это у нас, получается, помочь нужно. А, нет, секунду, не тем, я думал... Плюшки. Какие-то плюшки, взрывайся. Я уже поехал сюда. Так, одна взорвалась. Спокойно, я садюсь в машинку и ходу. Так, прям по курсу должен быть мостик. И уже как раз у нас стемнел. Черт побери, сколько у нас времени? Не вижу времени, правда. Кто-то жрет, как-то управление у меня уже ухудшилось по машинке. Да, вижу, желтый уже. И на повороты как-то ее не очень-то и сцеплением тянет. Нам осталось только вокруг горы объехать, возле города. И, в принципе, мы уже практически приехали. И нужно, конечно, сами еще посмотреть труп Волкана, который у нас обозначен на карте. Но я думаю, будет уже ночком, и ночку мы уже не будем отправляться. Там вижу еще бегун на карте. Бочком проехали. Так, сколько интересного времени, я даже не вижу времени, нужно как-то все-таки ускориться. Ускориться нам поможет, конечно, турбоускорение. Но ускоряться он не очень, потому что у нас машинка уже практически вся желтая. Нужно выйти и починить, либо мы просто встанем на месте. Так, ну давай, вот если у нас нет зомби, в принципе, можно выйти и быстренько починить. Времени у нас вроде бы есть еще. Так, желтый уже вижу. Так, первый уровень. Ну, конечно, не найс, но, в принципе, второй есть уровень. И вот эту еще. Третий уровень. Сколько у нас времени? Так, секунду. Да что ж такое-то? 8 часов. У нас осталось всего лишь 1 час. Но, в принципе, расстояние не очень-то и большое. Можем даже просканировать. 1 км до нашей отметки. И успеваем, в принципе. Конечно,
труп Вокуна я уже не поеду смотреть. Может, какое-то задание там будет. Уже в следующих сериях поеду. Поговорим уже с нашим Джасиром. И с ним придем на собрание. Так, можем бочком проехаться. Проехаться даже. Вот так, бочком. Нормально. Маленькая цепанула. Так, 700 метров. Так, ну давайте прям под мост. Самая короткая дорога, это у нас под мостом. Ребята собрались. Что у нас эти с опытом? Нужно вождение еще прокачать. Детальки у нас, в принципе, зелененькие. Много красный вроде пропал. Да, все нормально. И уже темнеет с этим. Да, уже включил свет даже. Так, сколько метров? 300 метров. Мы уже практически доехали. И уже там переждем, конечно, ночь. Поговорим. Принесем посылочку. И все обсудим. Сколько у нас зомби? Какая-то листва, какой-то снег, что ли, летит даже. Так, 200 метров. Уже практически добрать. Давай турбоускрение. Какого черта стены раскидали? Сейчас зайдем в гараж и уже отправимся. Эр использует сигнализацию. Ну, давай эрку. О, работает сигнализация. Отлично. Ну что, выходим. Нет, там все припарковаться и выходим. Какой музончик играет. Пошлем. Пойдем поговорим с Джасиром. Поговорим еще с детям солнцем поможем. Джасир, Джасир. Чем меня ты удивишь на этот раз? Джасир, это был один криптик месседж. I didn't want to get into details over the radio. One of the men from town just died from the water poisoning. I'm sorry to hear that. Yes, we all were. He was military. And he asked us to give away all of his possessions. The last thing we have left is this card. I don't know what its purpose is. That's a military key card. I mean, if it's properly authorized, it could open any military electronic lock. Well then, here, you take it. Maybe it'll help you. Besides, we wouldn't even know what to look for. Yeah, thanks, Jazeer. Нам дали электронную карту, друзья, которая открывает армейские магнитные ящики. И что нужно поговорить? Еще продолжим помогать солнцем. И возьмите армейскую магнитную карту. Где находится она? А вот она. Вижу. Берем. Отлично. И в эти ящики я помню. Да, есть два ящика, которые открываются. Да, я все помню, два ящика даже, место расположения помню, и мы, конечно же, в других сериях пойдем посмотрим. Так, какие у нас есть задания еще? Задания посмотрим, нам нужно собрание почтового безумия, отнести посылку Джасиру. Вот, я принес посылочку, давай поговорим с ним. Джазир, я получил этого ребенка презент. Can you get it to him? You risked your life to make a child happy. All I can say is thank you. Thank you. Вот и все, друзья. Продолжай помогать детям солнца. Ну что, друзья, уже ночка наступает, и мы уже будем тут находиться. Посмотрим, чем заняться. А с вами был спикер, и увидимся чертовски скоро. Всем спасибо и всем пока.